загоняли с мамой в магазин Спар. Мы купили веточку бананов, мякоть свинины. Так, что там? Две чесночинки, куриная грудка, молоко, булочка маковая. Так, тостовый хлеб и две большие моркови. Планирую, в общем, приготовить перловую кашу со свининой и гречку с куриным филе. Гречку с овощами и с куриным филе. А морковку потрем, сделаем вкусный салатик. Заправим с маслом и с майонезом, с чесночком. Получится очень вкусно. Туалетную бумагу покупала в хозяйственном магазине. Тоже такая трехслойная. Хорошая бумага. Друзья, я уже приготовила нам еду. Значит, первое, это вот мое ПП-питание. Ну, не только мое, может быть, кто-то еще захочет. Тут куриное филе, мексиканская смесь, гречка, чесночок. В общем, все тушилось. Должно быть очень вкусно. Ну и полезно. Так, и второе блюдо. В горшочке готовила перловая каша с мясом свинина. Морковка. В общем, тут вот такая вот вкусняшка. В общем, все вкусно. И салат будет из морковки. Заправлять буду всем по-разному. Кто захочет со сметаной, кто с майонезом. Я с маслом буду есть. Ребят, всем привет! Наконец-то я появилась в кадре. В общем, есть приготовила. Детей в школу отправила. А сейчас иду на маникюр, потому что уже я месяц с копейками хожу. Уже ногти так сильно отросли. Нужно что-то новенькое сделать, поменять. Поэтому как вернусь, потом покажу, что сделаю. У нас сегодня погодка на улице солнечная. Китька лежит на подоконнике, загорает, балдеет. Кайфушки у нее такие. Мы вчера, кстати, с мамой, забыла вам сказать, вчера мы первый выходной, значит, я мыла окна. Вместе с мамой стирали шторы, в общем, делали генеральную уборку, все везде убирали, все мыли. Чистота, в общем, порядок. Цветочки, которые у меня на подоконнике стояли, я их, в общем, на балкончик отправила. Тут у меня такая, видите, как оранжерея. Ребят, я обещала вам показать свой новый маникюр. Смотрите, вот такая красота получилась. И красивые ноготочки к празднику Пасхи. Мне очень нравятся такие нежненькие. Вечерняя прогулка перед сном, гуляем по парку. Супер компанией. Тут так хорошо. Ну, вообще, у нас в парке красота, конечно, да? Что днем гуляешь красиво, что вечером. Сними это. Озеро. Миниатюра. Ой, там ничего не видно. С подсветкой. Все равно ничего не видно. Красотень. Спать будем. Снимите меня немедленно. Вообще красота, да? Я вообще люблю ночные города. Огни горят, да. А еще мне нравится, когда вот эти вот окна, да? А знаешь, свет классно горит, и вот в воде отражается все. Знаешь, прикольно. Как классно. Берешь камень, подходишь к фонарю, да. И фонарь. Вы так не делали? Штраф. Нет, нет. У нас рогатки были такие, знаешь? Девчонки, помашите рукой. Дети дома играются, а мы решили прогуляться. Решили не сидеть дома, а перед сном прогуляться. Смотрите, как красота. Ивушка. Тишина. Спокойствие. Супер.